Но как же быть с подключением к серверу? Неужели придется каждый раз создавать новую вкладку и подключаться к серверу? Нет, есть программа Tmux, которая позволяет работать с вкладками прямо на сервере. Чтобы запустить ее, просто наберите Tmux. Однако есть один нюанс, я не буду называть это минусом. В ней не работает мышка, поэтому все действия в ней осуществляются с помощью команд. Чтобы перейти в режим команд, нажмите Ctrl-B.